Всем привет! Компания Florarium Plants, и сегодня мы обсуждаем вопрос, как же кормить лягушек. Очень сложный процесс. Сейчас вы увидите, насколько это сложно. Дано стакан мухи, банка витаминов. Можно выбирать разные. Мы пользуемся амфивитом. Пустой стакан. Желательно писать, что это стакан для кормления. Здесь уже просто не видно. В него насыпаем немного витаминов. Чуть-чуть. Много не сыпьте. Сейчас поймете, почему. Дальше. Стучим. Снимаем носок. Вытряхиваем муху, постукивая по дну стакана. Иначе муха не высыпется. Можно покрутить. На одно кормление группы из 5 лягушек вам надо примерно чайную ложку дрозофилы. Это с запасом, на самом деле. Лягушек надо кормить, когда они молодые, каждый день. Если это взрослая лягушка, допустимо кормление через день. Допустим, у меня здесь чайная ложка дрозофилы. Перемешиваем. Муха становится белой, потому что она в сыпке из витаминов. Если мы это сейчас просто высыпем в террариум, муха разбежится, даже несмотря на то, что эти витамины плохо, вернее, хорошо прилипают к мухе, и они мелкодисперсны, они все равно останутся в наших растениях. Растения сдохнут. Поэтому или кормушечка, или мы берем листик магнолии и высыпаем на него. Лягушки привыкают и приходят в место кормления. Если у вас нет кормушки или листа, надо через полчаса примерно взять и промыть место, где вы кормили. Все.